Ну вот в последнее время по поводу похорон Николая II, значит, спрос на матрешки аж сильно увеличился. Именно на матрешке, где изображен? Именно на матрешке, где изображен Николай II, его расстрелянная семья. Почему нет? На улице, да, человек работает, все нравится. Ну, видимо, никакого шоу не будет. А будет. Ни копейки на сегодняшний день не перечислили. Но вы сами понимаете, что мы не могли не подготовиться. Поэтому мы из резерва губернатора взяли деньги для того, чтобы выполнить тот минимум необходимых работ. It is not only the burial of the last emperor, savagely murdered with his family and his doctor and his servants. It also means that with him we are beginning to bury the most blood-stained part of Russian history. For us, 99.5%, 32, that the remains are indeed those of the last Tsar and his family, is enough. It's more than enough. For the church, if they really need that other half percent more certitude, well, all right, let them wait.